Всем привет! Спасибо всем тем, кто пишет комментарии под моими роликами, потому что очень интересные вещи я для себя открываю. Иногда утверждаюсь в том, что и так уже знал, иногда открываю что-то новое, как я уже сказал выше. Поэтому милости прошу, милости просим. По мере возможности буду отвечать. Ну, отвечаю не на все комментарии, времени не хватает иногда. Желание всегда есть при этом. Я его себе давлю иногда. В себе желание давлю купить шале вблизи Парижа, да, как пел Александр Яковлевич Розенбаум и поет, слава тебе, Господи. Так вот, всем спасибо. Ну и спасибо тем, кто поддерживает канал материально, прочитав информацию по каждым роликам. Я очень признателен. Спасибо большое. Это приятно. Это всегда приятно. Сейчас хочу сказать о защите национальной культуры, ни больше, ни меньше. Потому что национальная культура – это очень важно. И уничтожение национальной культуры, оно уничтожает культуру в целом. Культура хороша, когда она сложена из кусочков разных национальных, самобытных, самостоятельных, особенных культур. Когда она превращается в монолитный такой хрустальный шар, она становится одинаковой везде, и произведения художественные, из которых состоит эта культура, тоже становятся одинаковыми, конвейерными, похожими одни на другие, одна на другую, одно на другое. Одно на другое лучше даже будет, правильнее сказать. Одно на другое рифму подберите сами, я не хочу здесь говорит слово говно, но вот одно на другое, а слово говно я не приклеивал, да, это, так сказать, вот. Но захват культурного пространства, он достаточно негативно сказывается на том, что получается в результате. Потому что, ну, там, возьмите группу Killers, например, американскую, которая мне нравится, между прочим. Она может быть и английской, она может быть и австралийской, она может быть даже французской, она может быть даже немецкой. Я же не говорю, что она может быть канадской. Абсолютно верно. Это я к тому, что и в Англии, и в Австралии, и в Канаде есть масса групп, точно таких же, как Killers. Вообще не отличить. И очень много групп таких вот, которые непонятно какой национальности, непонятно из какой страны. Они все одинаковые, родийные такие. И вот эта ерунда, что вот это радийное такое, радийное звучание, это все американизация, это все подгонка под определенные стандарты, олицетворением которых является группа Killers, например. Очень хорошая, между прочим. Ну и посмотрите, сколько маленьких киллерсов расплодилось. К чему я все это говорю? Я все это говорю к тому, что хочу показать пластинку, которую любят очень многие в нашей стране меломаны. Selling England by the Pound, группа Genesis, 1973 год. Одна из последних, наверное, предпоследняя по-настоящему английская пластинка группы Genesis. Genesis вообще это исключительно утонченная английская музыка с уходами в староанглийскую музыку, с использованием сюжетов, старинных сюжетов литературы английской, да, намеки там на английскую живопись, на английские народные песни, которые вставлены там мелодии, да, куда-то кусочками, кое-где местами прослеживаются в партиях отдельных инструментов. Это очень утонченная, изысканная английская музыка. Один из критиков, которого я недавно, статью, которую недавно прочитал, сравнивает с группой The Kinks. Английские дэнди, Kinks. Очень похоже в этом смысле на группу Genesis. Не по музыке, не по рок-н-роллу, а именно по английскости, да, Шекспир и Диккенс, прямо вот и там, и тут, все здесь в порядке. Вот это, наверное, предпоследний альбом, следующий альбом «The Lamp Lies Down on Broadway», он еще выдержан в английском духе, дальше пошла чистая Америка, согласитесь уже. Я, кстати, очень люблю Фила Коллинза, и мне безумно нравятся пластинки с Коллинзом в качестве лидера Genesis.
Но они абсолютно американские. Американский стадионный рок. Invisible Touch и прочее, прочее, прочее. Что это такое? Это английская группа? Нифига. Это в чистом виде американская супергруппа, мощнейшая, прогрессивная, очень хорошая, с очень хорошими песнями, прекрасно исполненными. Я про них еще буду говорить. Но это уже уход из Англии совсем в другую сторону. Пускай меня простят музыканты группы Genesis, но уши не обманешь. Это американские стадионы. А это остаток той самой старой Англии в виде Genesis. Хотя здесь музыканты уже не были единым сплоченным коллективом. Они сильно ругались. Троица в виде Габриэла Резерфорда и Бэнкса, отцы-основатели группы, были королями. А пришлые, хотя и довольно давно пришедшие уже Стив Хакет и Фил Коллинз, они как бы были не то чтобы на побегушках, но такие ребята второго сорта немножко. Хотя Стив Хакет здесь и на предыдущем альбоме, и раньше наиграл удивительное количество прекраснейшей музыки. Но это так утрирую, конечно, из того, что я читал. Там происходили определенные трения, конечно, между Хакетом и всеми остальными. И все было непросто. Материал записывался тоже не то, чтобы пришли и сразу все вместе начали сочинять. Все приносили свои партии, свои наметки, свои какие-то кусочки. Потом все это складывалось. И следствием этого складывания, как мне кажется, является песней даже не назвать, а такая сюита грандиозная «The Battle of Epping Forest», которая открывает вторую сторону. Она там больше 10 минут, по-моему, идет. Вот такое ощущение, что она склеена, собрана из разных кусочков, в ней нет никакого единства, она не цельная какая-то. Она может идти еще 5-15 минут, может закончиться раньше, может еще на всю сторону продлиться. Вот эти бесконечные кирпичики такие, из которых она сложена, очень красивые. Каждый из этих кирпичиков на вес золота просто, они золотые все, они очень хороши. Но вот ощущение отсутствия цельности в этой штуке есть. Хотя очень интересная вещь, как книжка с картинками. Вот ее так слушаешь, вот этот The Battle of Epping Forest. Слушаешь ее и так вот книжку перелистываешь. Очень интересно, очень красиво, красочно, все здорово. Ну, это ладно, а вся остальная музыка безумно хороша здесь. Это какая-то, не знаю, лебединая песня, наверное, габриэловского периода группы Genesis. Потому что «The Lamp Lies Down» – это другая история совсем уже. Тоже про нее я пару слов скажу потом. Но это последний великий, наверное, по-настоящему альбом. «Dancing with the Moonlight Night». В смысле «Рыцарь», а не «Ночь», да? Максим Пашков, который ведь у Цоя учил играть на гитаре в группе «Палата номер 6», он эту песню пел, знал ее наизусть. Он хорошо знал уже тогда, еще тогда, английский язык. И мы ходили с ним по улицам Купчино. И он распевал эту песню хорошим своим тенором. Он отлично пел «Dancing with the Moonlight Night», которая начинается с запев голос Габриэла, потом нарастающая вот эта вот гитара, нарастающий, появляющийся хор таинственный, хотя это не хор, а мелотрон, так я подозреваю. И пошла сама эта штука. Хакет изумительно играет на гитаре. Понятно, что Ингви Мальмстен взял у него приемчики, в частности тэппинг, которыми здесь Хакет играет. Как пишут музыковеды, одним из первых начал использовать тэппинг Стив Хакет. Я в это не верю, потому что и черные музыканты давным-давно тэппингом играли. И черные, и белые, и много кто, блюзманы вовсю там уже шпарили этим тэппингом. Про джаз я и вообще молчу. Но в большом рок-н-ролле тэппингом так в то время мало кто, наверное, играл. Очень здесь много наиграл Стив Хакет. Просто красота. Просто красота. «I know what I like in your wardrobe». Хитовая песня, хитовый номер. Габриэл поет. Хит просто такой радийный, да, очень красивый, но она могла бы войти уже даже и в сольные альбомы Фила Коллинза. Хотя это песня Габриэла. Но она вот по сути, по духу, она такая веселая, легкая, замечательная, красивая. Но «Firth of Fifth» зато, следующий номер, где главную роль
берет на себя Тони Бэнкс, он ее и написал. С классического фортепианного вступления все начинается. Потом запев, потом идет куплет, потом прекрасное длинное соло на клавишных Бэнкса. Изумительное, классическое абсолютно. Как и вся песня, это золотой фонд английского рока. Как хотите его называйте, арт-рок, прогрессив, как угодно, я это все терпеть не могу. Просто буду говорить рок-музыка. И незабываемое соло, незабываемая мелодия, которую играет Хэкетт на гитаре, она технически простая, но она такая красивая, такая точная, такая музыкальная. Это настоящая музыка. Не вот эти вот соло какие-то гитарные, безумные, да, гамму выучил я, пентатонику, и начал ее играть. И так, и эдак. И вверх, и вниз, в одной позиции, в другой, в третьей, четвертой, да, и все, и пошло. Ну, тут очень красивая мелодия, и так точно с таким звуком она сыграна Хэкеттом. Кстати говоря, исполнение вот этого Fearful Fifth, на мой взгляд, оно гораздо интереснее вживую на альбоме Seconds Out. Там уже поет Коллинз, но это не важно, но там два барабанщика, Честер Томпсон и, соответственно, Коллинз, и они такую дают мощь, такой навал, такую драматургию там выкручивают на барабанах. При этом все остальное остается, все очень здорово. More Fool Me, робкое пение Фила Коллинза, но красивое, приятное. The Battle of Epping Forest, я уже сказал. After the Ordeal, красивейший инструментал, тоже бенефис, выход на соло просто Стива Хэкетта и на акустической гитаре, и на электрической. Наиграно изумительно. И самая моя любимая штука – The Cinema Show. Всем сестрам по серьгам здесь. И лирика, и драматизм, и сочный, красивый, клавишно-гитарный, сложный интеллектуальный рок, и вокал Гэбриэла изумительный, и протяженность песни достаточная, она не 3 минутки, там не 4, она такая увесистая, хорошая. Не помню, сколько точно по хронометражу, но она очень красивая, из нескольких частей, со сменами ритма, со сменами гармонии, мелодии, все прямо. Но она, в отличие от Battle of Epping Forest, она цельная. Она такая вот вся сложная, но цельная, очень красивая. И финал, который выходит, опять-таки, на Dancing with the Moonlight Night, называется он у нас... A Sail of Plenty, завершение большого классического произведения. Как я уже говорил, на мой взгляд, это последняя такая вот по-настоящему английская пластинка группы Genesis. Очень хорошая, я ее очень люблю. Джон Леннон ее обожал, кстати говоря, очень любил этот альбом. И я, как Джон Леннон, люблю очень Selling England by the Pound и пойду пить. Пока.